Мы сегодня на Вимабае гуляем. Сейчас идем с Ваши, идем по такой тропе среди леса. Опять вот сейчас выйдем, пойдем до озера Сивутс. Идем потихоньку, высыхаем. Ну что, мы вышли. Вышли в цивильное место. Вот. Вот сейчас будем так идти прям до озера. Что, мы уже очень долго идем по такой вот аллее. Хорошо, тут не жарко. Сок встретили опять. Опять тех же. Ту же семейку, что мы уже видели, когда сюда приезжали. С деревянными этими жерновами. Ой, хорошо, да. Пришли мы на озеро. Озеро не впечатляющее, конечно. Может, когда тут муссоны пройдут, тут будет классно, может быть. Но не точно. Кате так нравится запах, что она прям это заткнула, чтобы не было. Ребята говорят, что это ил, но это не ил, в общем, здесь на озере тусуются фламинго. Здесь видно, но солнце светит как-то плохо видать. Так, место классное. Пованивает, но нормально. Вот так. Короче, все, мы пришли на какой-то торговый центр, и прямо внутри него электричка.